Мы решили, короче, пойти на ВДНХ. Открытие катка. Да уж, а в помещении нужно только в маске сидеть. Всем привет! У нас сегодня ранняя воскресная вылазка. Мы решили, короче, пойти на ВДНХ. Открытие катка, сезон надо открывать. Натуська сказала, пошли, и мы поехали. И вот мы топаем на каток. Каток, короче, который открылся на ВДНХ. Наташкин мне говорит, надо идти открывать сезон. И вот мы идем открывать сезон. Заодно сейчас проверим масочный режим, как он работает на этом катке. Вот, сколько народу катается в масках, сколько переобувается в масках. Короче, посмотрим. И еще у нас, по-моему, первый раз мы будем кататься, когда нет снега. И идет мелкий дождик. Нет, дождика уже нет. Ну, сегодня обещали вообще, посмотрим. Так что мы полны оптимизма покататься сегодня. Особенно малыш. Да, народу, конечно, мало. Вообще почти никого нету. Только Наташкин вот шиздует впереди. На катке иллюминация вовсю включена. В общем, по-моему, его уже открыли, да, Наташка? Короче, взяли мы электронный билет сразу. Зашли. Тут теперь продают электронные билеты по раздевалкам, да? Да. Ну вот, например, в этом раздевалке она открытая. Конечно, безобразие. Первый раз мы так, да, с открытой раздевалкой. Все переодеваются на улице. Сейчас переоденемся и... Даже туалет не работает. За 450, за 500 рублей замечательно. Итак, мы вступаем на лед в этом сезоне. Удачненько. Народу пока вообще никого. Ну, есть в малом количестве. Но в этом году тоже подсветка будет большая. Итак, у нас все как всегда, как по определенной программе. Сначала мы должны нагрузочку сделать, нарезать несколько кругов, отработать элементы торможения, вспомнить, как стоять на коньках. И потом Наташка отрабатывает уже профессионально все свои элементы по катанию, а я, как всегда, ее снимаю. Конечно, стремиться сделать все элементы по фигурному катанию максимально хорошо, очень тяжело. Но поспевать за профессионалом, снимать его в это время, поверьте, тоже не очень легко. Вот, как всегда, малыш опять улетел куда-то от меня. И мои маленькие ходунки за ней не поспевают. Натуська занимается фигурным катанием как любитель. Просто у нее увлечение такое. Я считаю, что для любителя катается она очень хорошо. Конечно, для любителя фигурного катания требуется большой простор, так чтобы никто не мешал. Поэтому мы всегда приходим пораньше,
чтобы не было народу, чтобы мы никому не мешали, и можно было отработать многие элементы по катанию. Вот дает, с первого раза, блин. Перешнуровать надо, да, Наташке? Мы посетили одну из раздевалок. Вот теперь в раздевалках такое освещение. И сидушки с подсветкой. Да уж, а в помещении нужно только в маске сидеть. Причем нужно одевать. Вот Наташку сейчас заберут. Меня тошнит. Короче, у нас перерыв. Хорошо, хоть это самое. Сейчас вот так архив без масок. Да, хорошо. Приятного отдыха и ярких впечатлений. И приглашаем самых маленьких посетителей отправиться в путешествие. Молодец! Итак, накатались мы от души. Малыш понаделал разных. Ну, крутас. Вот. Ну и что, сейчас собираемся и, наверное, пойдем куда? Посидим немножко. Где малышек? В дельфинчике, да? Дельфинчик. Надо сходить в дельфин. Там, наверное, народу мало. А сейчас, кстати, народ уже прибавился. Очень много молодежи в этот раз катается. Легкий снежок идет. И мы, короче, устали так, что аж все... Не очень. Взмокшие. Очень и очень. Я даже курчик сняла, мало. Вот мы уже переобули коньки. Уже идем топаем ножками без коньков. Топ-топ. Малышек. Нам уже один чувак предложил зайти в пельменную. Но мы в пельменную не пойдем. Мы пойдем в дельфинную. Там у нас есть дельфинчик. Вот мы в него сейчас эшкадралом топаем. В общем, мы пойдем перекусить куда? В дельфинчик, который находится рядом с Москвариум. И тут, по-моему, народу никого. В дельфине, как и предполагали мы, народу вообще не было. Было просторно, было очень много места. Вау. И было большое разнообразие еды. Ну, как шведский стол, только за деньги. Итак, мы готовимся к принятию пищи. Сейчас малышек съест в первую очередь вот это вот со сметанкой. Итак, народ, мы сегодня очень хорошо покатались на коньках. Вообще, хотите
избежать вот этой пандемии гребаной, чтобы не коснулся ваш этот ковид, надо заниматься спортом, бегом, активным таким спортом, чтобы разогревалось все внутри организма. Так что вот так вот. И малышек вот залезла куда? Вот такие качельки, или как это называется, я не знаю. Вот на пасашок она решила покрутиться.